Так, ребят, отвечаю хорошо один единственный раз. Просто много вопросов. Очень жаль мне, что у Оли сложилась такая ситуация. Рома. Я надеюсь, что у нее все наладится и что в следующий раз она все-таки не ошибется. Она заслуживает женского счастья больше, чем кто-либо. Поэтому я надеюсь, что она это женское счастье в ближайшее время обретет. И все, что не делается, все к лучшему. Значит, так должно было быть. И ее, собственно, судьба уберегла от каких-то там, может быть, проблем. Поэтому вот такая вот история. Воу! Чтобы вы понимали, тут высота, наверное, 10 метров, и брызги с океана от удара об камни долетели сюда. Давайте, ладно. Еще раз вам отвечу по поводу Оли. Очень жаль, что у нее произошла такая ситуация. Я надеюсь, что в следующий раз она не ошибется и сделает правильный выбор. Она, безусловно, как никто, заслуживает женского счастья. Я надеюсь, что она это счастье в ближайшее время обретет. Вот, собственно, ответ на ваш вопрос. Комментировать как-то эти истории я не хочу. Как бы я, в отличие от некоторых, хайп какой-то не хочу получать. У меня сейчас своя жизнь. Меня все устраивает, у меня все прекрасно. Поэтому, а если там кто-то ведет себя как-то недостойно, пусть это останется на его совести и все. Поэтому можно мне другие вопросы, пожалуйста? Рома, ты по-прежнему одинок? Да. Никому не нужный холостой. Мечта миллионов женщин. Я иногда уже начинаю сомневаться в том, что я мечта миллионов женщин, если честно. Но главное верить в себя до конца, не сдаваться. Так, кстати, часто мне задают вопрос, чем я планирую заниматься. Вот меня жизнь научила. И, собственно, на своем опыте я это познал. Чем больше трепишься про свои какие-то планы, тем меньше у тебя что-то получается. Поверьте, я зарабатываю не так много, как хотелось бы, но раз в 5 где-то больше, чем до дома 2. И я делаю раз в 20 усилий меньше. Вот. Но это нечем гордиться, это только начало. Вот. Планы есть, планов много. Все реализуем, все получится. Следите за мной, наблюдайте. Обещаю, что стану миллионером, как и обещал. That's it, Brian? Yes.